Здравствуйте, дорогие друзья. Я кушаю вот цветок яблочный. Я недавно кушал айва и там груша. Его надо кушать постоянно. Очень большой витамин, который лечит человеческий организм. Вот это берете вот этот вот. Кушать его очень много надо кушать, потому что очень полезно. Самый мощный витамин вот тут есть. Потому что она лечит все болезни. Рак лечит. Диабет, все, вот все болезнь вот внутри есть, она лечит, потому что очень большой витамин, очень много витамин тут. Так что груша, айва, груша, не знаю, там яблоко, любое дерево, которое, фрукты, вот это, да, бывает у них, цветок постоянно надо кушать. Потом вы мне спасибо скажете. Спасибо.